В своей домашней комнате разбираю сундук со своими сокровищами. Сундук воспоминаний. Кто знает, тот знает. Все, что было у меня в детстве. Это, кстати, первый мобильный телефон был такой. Точнее, был моей мамы. А потом мне достался. Нашел новенький такой. Кстати, кто не знал, я реально собираю старые мобильные телефоны. Тут даже такое есть. Новенький. С пленочкой. Ну, это была классика. Ты что, если у тебя такой телефон в школе был, ты самый крутой чувак из класса. А такой телефон видели когда-нибудь? Он реально работал, но недолго. Причем фирма Sony Ericsson. Чтобы вы понимали, у меня и такой был телефон тоже. Но такие мелодии классные были. А тут камера у него в носу. Ну это не умирающая классика, конечно. C45 тоже. У каждого уважающего себя гопника была такой телефон. Ребята, я набрал, на самом деле, вот это был у меня первый телефон. А после него уже был Panasonic. Блин, о этом телефоне я, конечно, очень долго мечтал. Но у меня его так и не было. Уже только в зрелом возрасте купил свою коллекцию. Смотрите, что у меня есть. Прикиньте. Новенький, даже с бумажкой, с часами будильник. Ну погоди, кто такое помнит, а? Даже я. Это комментировать точно не надо. Только Galaxy не хватает мне в коллекцию. Ой, вот это, конечно, был телефон. Моя мама был такой. Хотел у нее украсть все время его, но так и не удалось. О боже, Эриксон. Это тоже был такой не из дешевых телефончиков. И этот Mitsubishi, или как он, Mitsubishi Triumph. Это один из первых цветных телефонов. Ой, вот это был мой любимый телефон. Toshiba. Такая кроха. Но такой громкий. Там еще и плеер был. Ребята, я снова соврал. На самом деле, вот это был самый-самый первый телефон, который у меня еще в маршрутке звенел. Ой. А потом была Motorola, а потом был Panasonic. И дальше по наклону. Коллекция Гарри Поттера игрушек. Помню их. Никогда у меня не было этого телефона, но я всегда его хотел себе. Это, конечно, раньше были классные мобильные телефоны. Такие идеи люди придумывали. Не то, что сейчас. Этот я уже купил гораздо позже. Bang & Olufsen. Он обычно сам открывается, если нажимаешь на кнопочку.